Вот. Итак, в районе 1200 года до н.э. внезапно прекращается существование цветущих государств на территории континентальной Греции и греческого архипелага. И почти одновременно начинается массовое движение неких племен из Южной Греции, с Эгейских островов и даже из других мест, более отдаленных, вдоль Малой Азии в сторону Ближнего Востока. Это движение сметает на своем пути все государства и цивилизации, в том числе уничтожает довольно мощную еще в то время хеттскую державу и достигает Египта. Ученые называют этот период темными веками. А что же случилось? Можно ли восстановить картину происшедшего? При фараоне Тутмосе III, это последний великий фараон, при котором действительно был крепкий Египет, крепкая власть в Египте, на египетских барельефах появляются новые персонажи в очень необычных самобытных одеяниях. Это пленники Ханебу, согласно египетским летописям, из так называемых народов островов из середины моря, как сообщают о них египетские иероглифы. В наше время, после тщательных раскопок на Крите и в других местах греческого архипелага, ученые могут сказать, что эти люди действительно пришли из этих мест, из района греческого архипелага. Население Греции и греческого архипелага уже к концу 3-го тысячелетия до нашей эры во многих местах создало высокоразвитую культуру. В первую очередь нужно упомянуть золотообильные Микены в континентальной Греции. И настолько высок был уровень культуры в этой области тогда, что практически 400-летний период истории греческого континента ученые так и называют Микенским периодом. Вторая крупнейшая цивилизация, существовавшая в то время, это город Кнос на Крите, или Минойская культура, Минойская цивилизация. От обеих этих цивилизаций нам досталось очень много памятников, много предметов, особенно от Минойской цивилизации. И мы видим, что действительно, вот посмотрите на эти иллюстрации, конечно, частично кое-что здесь реставрировано, но тем не менее видно, что цивилизация для 3-го тысячелетия до нашей эры необычайно высокая. И это тем удивительнее, что территории, где развивались эти цивилизации, имеют свою специфику. Там было очень, и до сих пор, очень мало плодородных земель и очень сложный горный пейзаж. Но, может быть, кто-нибудь был на Крите из нас? Был кто-нибудь на Крите? Да? Были на Крите. Обратили внимание, что там одни горы практически. Там почти нет равнинных территорий. Особенно южные. Да, а юг вообще это сплошная гора. Да. На Крите горы занимают 90% территории. Но даже и та земля, которую можно было использовать, она была очень скудна и скудно плодоносила. Кстати, очень интересно, хочу заметить, что в то время рожь и овес у греков считались сорняками, их не выращивали. Самые большие угодья были у местных церквов, аж до 40-50 гектаров. Это несколько наших крупных дачных участков, как вы понимаете. Вот. Поля обрабатывались деревянной сапой, деревянной мотыгой, так что угроза голода постоянно висела над населением. Зато в вступивших в города и селения горах те, кто не хотел работать с утра до ночи и платить подати, мог легко найти убежище. Здесь можно было укрываться, охотиться, вести независимый образ жизни, не платить подати, то бишь по-нашему налоги, да? Вот. И поэтому каменистые отроги местных гор осваивались постепенно такими людьми на высоте
1000 метров, потом 1200 метров, и даже до 1500 метров можно было встретить вот такие группки людей, которые были свободными художниками, но на самом деле это были разбойники. Конечно, трудно было, да, и наиболее, одно из наиболее таких областей, где действительно существовали в основном нищие пастухи, нищие разбойники, это был центр Пелопоннеса, который назывался Аркадий. И настолько люди, обитающие в городах и в селениях, завидовали иногда вот этим вольнолюбивым разбойникам-пастухам, которым трудно, конечно, было жить, но они были все-таки свободные, что эта область Аркадия, она в конце концов получила название «Счастливый Аркадий». Ну, можно было быть пастухом, как я уже сказал, а можно было быть героем. Героями как раз считались предводители банд, которые бродили по всему греческому, по всей Элладе и прятали свою добычу в недоступных местах, в пещерах. И горы и леса кишели авантюристами, разбойниками всех мастей, которые в конце концов в народных сказаниях и превращались в Гераклов, Ясонов, Персеев, Одиссеев и так далее. Такого обилия героев-атаманов, как в греческой мифологии, мы нигде больше не встретим. Если мы возьмем, например, египетские древние тексты или месопотамские древние тексты, то там один-два героя мы найдем, но вот такого обилия героев, что называется, атаманов, там мы не найдем. И плюс ко всему, практически всем этим героям эти легенды дают право бороться с богами, бросать им вызов и даже родиться иногда с ними. Поэтому кто поручится, что Геракл, например, не существовал на самом деле, просто был какой-то очень действительно сильный, удачливый глава разбойников. И когда люди собирались у вечерних костров и рассказывали друг другу истории, то эти истории, естественно, постепенно приобретали характер легенд, и аналогичным образом появлялись и Ахилл, и Одиссей, и иже с ними. И многие юноши, естественно, мечтали стать такими же героями, как эти герои легенд, а герои должны поражать всех храбростью, щедростью, великодушием и безжалостностью. Поэтому вокруг вот таких честолюбивцев собирались, в конце концов, свои ватаги и продолжали героические деяния. Конечно, самым простым способом справиться с такими ватагами это было взять их на службу, но ведь для этого надо было им платить. Теперь я немножечко отвлекусь. Дело в том, что вот эта вот идея счастливой Аркадии, где живут счастливые люди, она была очень популярна в том числе в средние века. И сейчас как раз находится в Москве Ватиканская выставка, и там картины Николя Пуссена представлены. Так вот, одна из самых знаменитых картин Николя Пуссена, я решил воспользоваться этой, так сказать, возможностью, что Ватиканская выставка, рассказать немножко об этом. Она как раз и посвящена счастливой Аркадии. Она называется «Et in Arcadia et», то есть «И в Аркадии», и «Я и в Аркадии» тоже. Что на ней изображено? Три пастуха, счастливых пастуха в Аркадии, которые, так сказать, свободно пасут скот на горах. Они вдруг видят, встречают надгробный памятник, и они удивлены. А женщина, которая находится справа, это апология смерти, она символизирует смерть, потому что они не думали о смерти. Они думали, что живут в счастливой стране, и все у них хорошо, но все-таки даже в Аркадии есть смерть. Чем еще интересна эта картина? Дело в том, что Николя Пуссену ее заказал кардинал Ришелье. И кардинал Ришелье ее никому не показывал. Она у него висела в его личных покоях, а после его смерти король Людовик, не помню, 12 какой был тогда Людовик, 13, 14, Людовик 14 забрал его к себе и тоже повесил у
себя в покоях личных и тоже никому не показывал. Никто не понимает, почему это произошло, но тем не менее, очевидно, это было как напоминание о том, что все люди бредные, и это была очень личная картина. Сейчас она находится в Лувре, насколько я знаю. Есть у этой истории и очень интересное продолжение, раз уж мы об этом заговорили. В Англии, в поместье лорда Личфилда, это в графстве Стаффордшир, был установлен где-то 100-150 лет спустя, после того, как была написана эта картина, мраморный барельеф, на котором изображена эта картина, но вместо надписи там находится набор латинских букв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Из 10 латинских букв. Сокращение какое-то. После каждой буквы идет, стоит точка. И эти загадочные буквы до сих пор так и не расшифрованы. Многие старались расшифровать эту надпись, в том числе Чарльз Диккенс. Ну и не исключено, что эта картина вдохновила Батюшкова на его стихотворение «Надпись на гробе пастушки». Не буду его читать, потому что, чтобы не тратить ваше внимание, но вот запомните, «Надпись на гробе пастушки». Это наш известный поэт Батюшков. Он в 1850 году написал такое стихотворение, посмотрите его, если хотите. Вот. Но мы говорили про атаки вот этих разбойников, которые бродили по всей Элладе, но места на земле всем не хватало. Что им тогда оставалось делать? Отправляться в море. И море было символом надежды и подвига. Оно обещало неведомую, но, возможно, лучшую судьбу, богатую добычу всем обездоленным, всем преступникам, всем авантюристам, всем-всем-всем и просто лишним людям. А как мы знаем, греческий архипелаг, он очень изрезан, там обилие укромных бухт, обилие островов, и островов, скорее всего, было еще больше, потому что с тех пор уровень Средиземного моря поднялся примерно на 3 метра. И море, опять же, эти острова и моря, они давали убежище от местных царьков, от их поборов, давали как бы иллюзию свободы, а может быть действительно настоящую свободу. И вот в 13 веке до нашей эры греческие острова стремительно колонизуются и стремительно же растет число греческих поселений на других островах, прежде всего на территории Малой Азии. Уже хетский царь Муватталу II, вот мы видим его сейчас на слайде, он уже жалуется на банды разбойников, которые на кораблях делают набеги на земли Малой Азии. И позднее Гомер нам расскажет в поэтической форме об одном из таких разбойников, Беллерофонте, который по существу был героем разбойников. И для нас это красивые легенды, а для кого-то когда-то были вполне реальные проблемы. И недаром, если мы вспомним, если мы припомним, то и Ахилл, и Аякс, и Одиссей, они кроме того, что называют героями, их так называют еще разорителями городов. И это тогда это звучало как такое гордое достаточно носили это прозвище с гордостью. Плавание по морю на кораблях того времени было непростым делом, и поэтому даже существовало высказывание, что есть три вида людей. Первые – это живые, вторые – это мертвые, а третьи – те, кто в море. То есть это люди, которые находятся между жизнью и смертью. Непонятно, вернутся они или не вернутся. Плавали в основном с апреля по ноябрь. На микенских вазах, на стенах гробниц и, как мы позже увидим, на стенах египетских храмов сохранились изображения кораблей, которые использовались жителями вот этих северных областей, о которых я рассказываю. Самые большие из кораблей достигали 30 метров в длину, имели таран на носу и съемную мачту, которая ставилась только при попутном ветре. Кстати говоря, это одна из... Ну, в исторических фильмах очень много обычно совершалось ошибок. И вот одна из ошибок – это когда нам показывают корабли того времени, в том числе даже римского времени, финикийского времени, то есть чуть-чуть более позднего. И они все время ходят
с мачтами и с парусами. На самом деле главным двигателем кораблей тогдашних были гребцы. Гребцы в наиболее крупных кораблях было где-то до 20 гребцов по каждому борту, которые сидели на расстоянии примерно 1 метра друг от друга. Такой корабль, кроме гребцов, мог взять до 60 человек еще. Каждый корабль имел уже тогда свое имя и, как правило, был окрашен по-своему. Это изображение кораблей. Вы обратите внимание, видите, здесь нет мачты. Здесь тоже нет мачты. Вот. Это уже реконструкция, попытка реконструировать корабль той эпохи. Итак, море все больше подчинялось искателям приключений и добыче. Но корабли, как мы сказали, уже были хрупки, а плавание было очень опасно. Что касается сухопутного пути на юг, то есть, естественно, на юг эти люди, которые стремились за добычей и за новыми землями, они плавали, но это были именно экспедиции через море, а сухопутный путь на юг, чтобы туда отправиться, так сказать, в большой компании, закрывал город Ключ, или Ключ-город, который назывался Троя или Илион. Он основан был еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Это был мощный город, прекрасно укрепленный. К тому же он был союзник хеттского царя. Земли хеттского царя тогда простирались от Черного моря до Ближнего Востока. Его земли были отмечены барельефами на скалах владения хеттского царя. И до сих пор в некоторых местах мы можем увидеть вот эти вот барельефы, которые показывают, говорили путешественники, что он вступает в пределы, которыми владеет хеттская держава. Чтобы отвести нарастающую угрозу с севера, хеттский царь Тудалия IV, вот он у нас на слайде, повелел закрыть пути кораблям ахиявов, как считают, так называли в хеттском государстве ахейцев, то есть одно из самых крупных и отважных эллинских племен. Он повелел не пускать на юг корабли ахиявов, то есть ахейцев. Но хеттское государство к этому времени переживало уже трудные времена. Его граница постепенно отодвигалась все дальше от Трои. Обратите внимание, вы видите Трою, да, возле пролива Дарданеллы. И вот уже граница хеттского государства отодвинулась достаточно далеко от этого города. И таким образом Троя остается один на один с враждебными опасными соседями. И когда хетты были ослаблены внутренними раздорами и внешними врагами, то северные соседи наконец-то смогли воспользоваться этим. Скорее всего, царьки греческие, они решили поправить свои дела за счет разграбления богатого города. И они образовали могучий союз, который начал войну, которую мы все прекрасно знаем под названием Троянская война. Ну, верит ли нам Гомеру, который писал спустя 400 лет после этих событий, он брал, скорее всего, информацию из песен аэдов, то есть местных сказителей греческих, которые сохранили историю Троянской войны на свой лад. И верит ли нам этим аэдам и Гомеру, что Троянская война началась из-за Елены Прекрасной? Ведь спасение похищенной красавицы – это один из любимых фольклорных сюжетов. И нужно ли вообще рассуждать, а существовала ли на самом деле Елена Прекрасная, потому что, конечно, главным поводом это был захват добычи. Однако такой поход ничем не выделялся бы из числа других грабительских походов. А для того, чтобы быть воспетым в эпической поэме, нужно было действовать во имя
великой цели. А что могло быть более великим, чем спасение чести одного из царей? Впрочем, как показывает дальнейшая история, для войн часто любили находить очень благородные причины. Так что за люди собрались под Троей? В Гомеровском списке из 1186 кораблей, это вторая песня Илиады, упоминаются 164 поселения, которые эти корабли снарядили. Поселения в основном ахейские, то есть те, что расположены на Пелопоннесе. Однако всего в осаде участвовали посланцы аж 22 племен. Илиада рисует нам пеструю картину этого сборища, воины которого жестоко разоряют окрестности Трои, а заодно грабят и разрушают соседние города. Но, как мы знаем, даже после очень долгой осады, захватчики так и не смогли захватить Трою. Могучий город был взят хитростью. И неважно, была ли это та Троя, которую открыл Шлиман, или все-таки он ошибся, и это был немножко другой город, потому что, если верить Гомеру, то в Трое было 50 тысяч воинов, а Троя, которую открыл Шлиман, могла вместить не больше нескольких тысяч воинов. Ну, скорее всего, я думаю, что Гомер все-таки немножко преувеличил. Победители, как мы знаем, зверски убили всю царскую семью, разграбили, сожгли город. Подробности нам передал Гомер. После войны ахейцы и союзники возвращаются домой, но Троя-то уже разрушена. И это значит, что ничто больше не преграждает путь племенам греческим и прочим на богатый юг. И не исключено, что некоторые герои Троянской войны через некоторое время присоединились к тому походу, который снова отправился по тем же местам и дальше. Дело в том, что после сожжения Трои в Греции и на Крите происходят непонятные события, а именно полное разрушение местных цивилизаций, в том числе тех, о которых я вам рассказывал. Необъяснимые беды сотрясают Кнос и Микены. Наступает эпоха хаоса. Кто повинен в этом? Ну, во-первых, в этом повинна, в общем-то, природа. Но, тем не менее, не только природа, скорее всего, потому что раскопки показали, что в 13-12 веках до нашей эры во многих городах Эллады идет срочное строительство крепостных стен и других оборонительных сооружений. В том числе роются подземные ходы к ближайшим источникам воды. То есть люди готовятся осмысленно к тяжелым временам и к длительным осадам. Они считают, что такого рода действия были вызваны вторжением северодорийцев. Однако документы нам не говорят ни о каких вторжениях. И тем не менее, между тем, дворцы Микен, Фив, Кноса, Теринфа, Спарты в это время оказываются сожжены и разрушены. Значит, катастрофа имела какой-то внутренний характер и была вызвана внутренними разборками и чем-то вроде гражданской войны. Дело в том, что в конце 14 и в 13 веках до нашей эры уже отмечается сильное перенаселение. В эпосе греческих колонистов с острова Кипр, в так называемых Киприях, мать-земля уже жалуется Зевсу на все возрастающий груз человека. И все так же ведь мало полей, пригодных для обработки. Плодородные земли не появляются новые. Все уже освоено на греческом Элладе. Но, тем не менее, все больше становится отпрысков знатных родов, которые хотят жить так, как им предписано их положение, то есть богатые и славные. И, кроме того, развитие общества, развитие цивилизации породило сонмы наемных работников. И как только цивилизация пошатнулась, эти сонмы наемных работников оказываются не у дел, они оказываются лишними людьми. И они готовы, естественно, на все ради заработка и пропитания. Еще одна реальная причина происходит от природы. Весь район до сих пор, весь этот район, как мы знаем, Средиземноморье находится во власти подземных сил, которые неоднократно напоминают о себе,
землетрясениями, а уж Ионические острова, Южные Киклады трясет постоянно. И в 16 веке до нашей эры, например, уже произошла известная нам грандиозная катастрофа во время извержения вулкана Сандали на одноименном острове. Это событие получило у историков свое название, так и называют его, Минойское извержение. Почему? Потому что после этого извержения весь Крит и Кикладские острова были засыпаны толстым слоем вулканического пепла. А потом пришла волна цунами, которая, в общем-то, разрушила Минойскую цивилизацию. Кстати, в последний раз вулкан Сантарини извергался не так давно, в 1886 году. Когда было это извержение, то в заливе рядом с островом Сантарин появилось несколько новых островов, а вода в некоторых местах нагрелась морская до 84 градусов по Цельсию. Вот. Но потом эти острова обратно ушли в море, сейчас их уже нет. А вот тогда, в 1250 году до нашей эры, Элладе очень не повезло. Значительная часть Микен была разрушена землетрясением, и сильно пострадала Минойская цивилизация на Крите. Таким образом, считают, что сразу два этих фактора сыграли такую ужасающую роль, когда цивилизации были разрушены, а природные катаклизмы и привели к продовольственному кризису и привели к потрясениям, что вместе привело к потрясениям и грабежам. Оставался один выход – пойти туда, как сейчас идут, с юга на север, а тогда с севера на юг. Оставался один выход – пойти с севера на юг туда, где богатые города, где много добычи и где можно спастись от голода. И о том, что на юге существуют богатые государства, греки уже знали, потому что, как я говорил, уже их поселения постепенно распространялись небольшие по всему Восточному Средиземноморью, в том числе были даже в Ливии, которая тогда называлась Кирения. И вот множество племен снимаются с места, чтобы мимо Трои, которая прежде закрывала им путь, отправиться на юг в поисках лучшей жизни. Вот так на рубеже 13-12 веков целый ряд цивилизаций был сметен волной завоевателей, которые уничтожали все на своем пути. И поскольку точное происхождение их, абсолютно точное происхождение известно, что они вышли вот откуда-то из этого района греческого архипелага и из других островов Средиземного моря, поэтому их коротко решили называть ученые народами моря. А древнеегипетские летописцы тоже их называли народами моря или народами островов. Кстати, Пелопоннес египтяне считали островом. Около 1180 года до нашей эры народы моря совершают то, что не получилось у древних египтян с их мощнейшей армией. А конкретнее, они уничтожают старинную хетскую державу и разрушают ее столицу Хаттуша или Хаттуса. Затем наступает черед Финикии, Сирии. Правда, часть Финикии, которая наиболее была защищена горами, она избежала этого вторжения. Но, естественно, что мелкие финикийские и северосирийские царства, они не могли противостоять этому нашествию, если уж даже хетская держава пала. И после этого, после того, как вот этот Ближний Восток ими занят, эти племена устремляются на Египет. И вот в настенных надписях египетских храмов мы находим названия крупнейших племен, входивших в эту коалицию. На одном из пилонов погребального или поминального храма Рамзеса III в Мединет-Абу, это крупнейший комплекс, вот посмотрите, какой это мощный, красивый, шикарный комплекс, который себе построил Рамзес, мы находим надпись, которая
освящена народом моим. Они наложили свои руки на владение во всех концах земли. Их сердца были полны уверенности. Стали они лагерем вместе одном по море на территории нынешней Сирии. Пришли они с огнем на Египет. Вот союз их. Пелесет, Чаккара, Шекелеш, Шардана, Дануна и Уэшеш. Ученые пытались расшифровать, что это все-таки за племена, откуда они взялись. Ну, в Пелесет увидели пелазгов, это древнейшие жители Древней Греции. Шардана решено было, что это сарды, то есть из Сардинии. Вот аж откуда. Конечно, нам не нужно полагаться на верность, истинность вот этих вот названий, которые египтяне дают другим народам. Поэтому не исключено, что здесь упоминаются достаточно известные нам по Гомеру даже племена, но мы просто не можем их определить, поскольку есть разночтение в том, как их называли египтяне и как их называл Гомер. Первое нападение народов моря Египет пережил несколько раньше. Еще на 5-м году царствования фараона Мернептаха. То есть это где-то за 30 лет до рубежа 13-12 тысячелетий. Но это был небольшой грабительский рейд. И тогда, так сказать, египетские хроникеры тоже зафиксировали названия некоторых племен, и они перекликаются с теми, которые я сказал. Ну а о том, что Египет всегда привлекал греческих разбойников, рассказывает нам и сам Гомер в «Одиссее». Вот мы «Одиссею» часто воспринимаем как какое-то героическое такое повествование, а вы послушайте, что рассказывается в «Одиссее» устами главного героя поэмы. Позвольте, я процитирую. «Сильно в Египет меня устремило желание. Выбрав смелых товарищей, я корабли изготовил, их 9. По морю мчали они, повинуясь кормилу и ветру. Дней через 5 мы к водам светлоструйным потока Египта прибыли. В лоне потока легко поворотные наши все корабли утвердив, я видел, чтобы отборные люди там на морском берегу сторожить их остались. Другим же дал приказание с ближних высот обозреть всю окрестность. Вдруг загорелось в них дикое буйство. Они, обезумев грабить поля, плодоносные жители мирных Египта бросились. Начали жен похищать и детей малолетних, зверски мужей убивая». Вот герой Гомера. Это «Одиссея», 14-я песня. Можете почитать сами. Вот. А теперь во главе, а теперь уже не просто нашествие движется на нескольких кораблях, на 9 кораблях, как «Одиссея» рассказывает, а теперь идут целые племена. За воинами тянутся запряженные быками тяжелые вазы с женщинами, детьми и скарбом, а воины другие плывут по морю на многочисленных судах. Казалось, на Египет надвигается неминуемая гибель. Однако Египет оказался крепким орешком. Даже крепче, чем, как выяснилось, Хетская империя. И на этот раз пришельцам противостоял Рамзес III, фараон 20-й династии. В середине этой мумии, как вы догадываетесь. Рамзес III тщательно готовился к предстоящему столкновению. Он понимал, что исход этой битвы может роковым образом сказаться на всей судьбе Египта. Сначала произошла сухопутная битва в Сирии, которая завершилась победой египтян. Однако в том же году корабли народов моря пытаются прорваться в Египет по одному из рукавов дельты Нила. Но оказалось, что фараон предвидел такое развитие событий. На стенах храма Мединат-Абу написано: «Я заставил сделать устье Нила как мощную стену, укрепив его военными кораблями». Обоими сражениями фараон руководил лично. Прошу заметить, что это была первая в истории человечества битва флотов. До этого мы не слышим ни об одном подобном сражении морском. Вот так художники его современные представляют на прежней картинке и на этой.
свои корабли отряды стрелков, которые действовали столь успешно, что ряды нападавших понесли большие потери, пока их корабли приближались к кораблям египтян. Смертоносная стрельба с кораблей была усилена залпами египетских лучников с берегов. Причем Рамзес, его величество, лично пускал стрелы во врага. Когда египтяне бросились на абордаж, неприятель пришел в замешательство. Египетские тексты сообщают, они опрокинуты и погибают на своих местах, в то время как сердца их похищаются смертью. Фараона стрелы пронзают любого из них, и тот пораженный падает в воду. Их флот прекратил наступать на границе Египта, их вожди бежали, жалкие и дрожащие. Об этом сражении сообщает, как я уже говорил, наскальные барельефы на стене храма Меденет-Абу, величественное сооружение, которое для себя построил Рамзес III. Представители племен носят шлемы, украшенные, носят шлем, украшенный то ли рогами, то ли клыками. И это, кстати, перекликается с описанием шлема Одиссея, который был украшен клыками кабана. Илиада, 10-я песня. Вот, посмотрите, видите, да? Когда будете в Египте, не забудьте посетить Меденет-Абу и посмотреть на эти барельефы. Теперь вы будете знать, что на них изображено. На другом изображении женщины из племен народов моря на повозке, в которую запряжены быки. Женщины оказались в гуще схватки, они поднимают руки, моля о пощаде. Двумя этими битвами египтяне нанесли врагу решающий удар. Разбитые пелеситы чаккары, это самые многочисленные племена из народов моря, вынуждены были платить фараону подать и поселились на морском берегу к северо-востоку от египетских земель. Другие народы тоже расселились уже на территории нынешней Финикии, нынешнего Ливана, на финикийских территориях. Но только одно место, где поселилось племя Пелесет, навсегда сохранило имя, напоминающее о районах моря. Это Палестина, то есть земля племени Пелесет. Это название идет вот с той древнейшей поры. А в Библии народ Пелесет, как называется? Филистимляне, правильно. Это просто другое прочтение этого имени. И о народе Пелесет, или по-библейски филистимлянах, немало рассказывается в Библии. После того, как Пелесет обжились на новом месте, которое им предоставил фараон, между Финикией и Египтом появился еще один политический субъект. Пять главных филистимских городов объединились в союз, который, естественно, назывался Пятиградием. Этими городами были Газа, Азот или Ашдод, Аскалон или Ашкелон, Геф или Гат. Эти четыре города были захвачены, они существовали до прихода филистимлян. Будем называть их так теперь. И основанный филистимлянами Аккарон, Экрон или Акра. Ну, то есть, что-то почти нынешний Тель-Авив, да? Вот. Но вскоре недавним завоевателям пришлось самим сражаться с воинственными пришельцами и еврейскими племенами. Библия, как мы знаем, подробнейшим образом повествует об этой борьбе, которая продолжалась очень долго и с переменным успехом, и была полна драматических эпизодов, которые отразились в том числе во всемирной литературе и всемирном искусстве. Огромное количество книг, картин, гравюр и так далее, стихов посвящены знаменитым историям, например, Самсона и филистимлянки Далилы, битвы Давида с филистимлянским великаном Голиафом и так далее и тому подобное.
А между тем, в это время, что происходит в Греции, на Крите? Полная тьма. До 700 года до нашей эры. Представляете, как долго? Такое сильное потрясение пережили тамошние цивилизации. А куда же делись филистимляне, о которых столько говорится в Библии? Куда они испарились? Они оказались между двумя борющимися за сферу влияния сверхдержавами. Между Египтом древним и Вавилоном. И вынуждены были выбирать, по образному выражению тогдашнего летописца, между львом и крокодилом. Так вот, филистимляне думали-думали и решили все-таки стать союзниками фараона египетского, поскольку, ну, все-таки он им предоставил землю для проживания и так далее. Видимо, были более тесные связи, а может, просто больше его боялись. Несколько раз вавилоняне вторгались на территорию нынешней Палестины и Израиля, но совместные войска египтян и местных правителей заставляли их уйти. Так что, казалось бы, филистимляне все-таки поставили на правильного союзника. Но вот появляется победоносный Навуходоносор II, который в 601 году до нашей эры захватил Газу, правда, не смог ее тогда удержать. А в 587 году Навуходоносор снова вторгается на территорию Палестины, сжигает Иерусалим, собирается двинуться дальше, и опять филистимляне спасены, потому что в тылу у Навуходоносора возникает бунт аристократии в его столице Вавилоне, и он вынужден повернуть обратно. В конце концов, в 567 году до нашей эры, в очередной раз нанеся поражение войскам фараона, Навуходоносор наконец-то обрушивает свой гнев на филистимских союзников Египта, что он давно мечтал сделать, они его давно раздражали. И все города, все пять городов подвергаются полному безжалостному разрушению. Жертвы среди жителей столь велики, что филистимляне исчезают, как отдельный эпос. И глава, вписанная в историю народов моря, таким образом завершается. Но название Палестина остается. На этом можно выключить запись. Лекция закончена. Сейчас